наводнение в Орске, уже в Оренбурге. Это произвело какое-то впечатление в Кремле? Произвело, конечно. Идиоты. И дальше следует там целый ряд нецензурной лексики от российских руководителей в адрес региональных руководителей, в адрес покойника Путина. Что они во всем виноваты. Устроили бардак. Денег на компенсации нет и не будет. И вообще, спасайтесь сами. Ясно же было сказано, ясно дали понять. Спасайтесь сами. Это ничем не отличается от Белгорода. По Белгороду, по Белгородской области постоянно наносятся удары. Наплевать. Это встроенный ущерб. Об этом прекрасно знали. Этот ущерб не был встроен, о нем не знали, но он случился. Это создало общенациональные проблемы? Нет. Значит, пусть сами выпутываются. Вот бросим им, заткнем как-то пасть по 100 тысяч. Кого-то снимем, кого-то показательно накажем. Видимо, кого-то из регионального МЧС. Так это выглядит.